Тем временем школьники определяются с будущей профессией. Для этого они посещают различные предприятия. Например, сегодня ученики 7 класса школы номер 40 побывали на экскурсии в центральном тепловом пункте. Коммунальщики рассказали о своей непростой работе и показали, как устроена система. Я узнала, что чтобы вода не прерывалась, здесь есть специальные бочонки с давлением. И, ну, в принципе, основное я знала. Откуда ты знала? Я подготовилась к экскурсии, прочитала в интернете. Отрасль интересная, но я хочу быть инженером, поэтому сейчас я занимаюсь робототехникой. Подобные экскурсии проводятся раз в неделю. Ученики школ в этом году уже посетили аптеку, хлебопекарню, мебельную фабрику и другие производства.